Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, со взрослой песней. Ну, о том, кто каких предпочитает женщин. Вот я таких, кто-то других, ну и так далее, тому подобное. Не в обиду, шуточное, чтоб посмеяться было. На бабищ меня канает, старших возрастом всегда. Там потолще и побольше, и раздолбана дыра. Не мозолишь там свой пенис, там сквозную, как в трубу. И без комплексов каких-то, хочешь так, а хочешь, ну. И стонает, и ликует, и красиво прется как. А когда ей сзади, опа, то вообще сойти с ума. От такого габарита просто кругом голова. А это задница коровы, чумачившая лафа. С молодухой так не будет, как собачка и-и-и. Так себе чего-то пикнет, испуская понутри. То ли воздух, то ли газы комплексует сто пудов. То без света, то не надо, то ли дело возраст, вот. И стонает, и ликует, и красиво прется как. А когда ей сзади, опа, то вообще сойти с ума. От такого габарита просто кругом голова. Это задница коровы, чумачечья лафа. Спасибо.